Одесса очень лояльный город. Тут недавно появилась первая в Украине, а возможно и мире, парковка для представителей нетрадиционной ориентации. Паркуйтесь внимательно и только в положенных местах, а то еще поймут не так. На привозе не особо заморачиваются с транспортировкой мяса, на грязную тележку и вперед на прилавке, вместе со всеми бактериями. Ну а что, хоть так на пару грамм все-таки больше. Грузин попытался вскрыть машину, но его заметили прохожие. Они вызвали полицию и, чтобы не стоять без дела, взяли и задержали вора. Работу у полицейских решили полностью не отбирать. Акт уже писали сами правоохранители. Шампанское, лимузин и роскошные девочки. Все это Феликс Шиндер прихватил с собой для поездки в Киев, но не довез. Машина съехала во враг, хотя и там немного отдохнули. Японский студент щелкнул пальцами 296 раз за одну минуту и установил мировой рекорд. Наградили грамотами и отчислением с вуза. Так сказать, диплом прощелкал.